На территории есть медпункт, администрация, домики, которые можно снять. В общем, очень большая территория этого парка. Здесь можно вот взять ватрушки. Все остальные аттракционы там по жетонам, вроде бы как. Вот такие вот домики здесь уютные, классные. Внутри есть кондиционер. Вот банкетный зал 2. А это наш банкетный зал. Ватрушки. Вот такие вот домики. Можно снять. Мы сняли, считай, с 10 до 4. Такой домик. И тут туалет. Есть такой туалет. Есть объявление. В общем, био-туалет. Вот такой вот. В принципе, нормальный. Корки. Получается, вот корки. Более опасные такие, можно сказать. Здесь поднимается. Здесь, кстати, ограничения детям с 10 лет только можно. С 8, вот так вот. И вот здесь такая горочка. Сейчас я засниму, как они поедут с горки. Ну, вот это такая прям хорошая горка. Класс. Сейчас мои поедут. Вот Миланка едет. Все, укатилась. Класс. Жесткая? Да. Повернул. Смотри, держись крепко. Это самый первый. Нет, нет. Нормально, нормально. Он пока сейчас забьет. Зеркало на сумке.
Регина с папой сейчас поедут. Нет, ты сядь, Коля, а ее на руки посередине. А, водителю некуда, да, сесть. Надо их просто двоих, давай тебя подкачу, да и все. Да, давай двоих. Только сзади. Постарше, который сзади, помладше спереди. Какие? Ну, дай садиться спереди. Не улетишь, Регина? А? Не улетишь? Смотрите. Вообще, у вас 4 жетона же? Два. Всего два? Да. Ну, обычно один взрослый, один ребенок. Ну, я их поменяю там, когда разворачиваюсь, листаю. Она не хочет. Она не хочет. Держись просто крепче и все. Спасибо. Там, обалдеть, там, да? Там уже прям так пули прям ехали. Да. Здесь такая небольшая кафешка есть. И меню. Такое вот. Вот меню там, Милан, есть. Вот. Греческий салат, булочка. Ой, а мы заказали шашлык, свинина 2500 стоит, а курочка 1500 стоит. Да? Шашлычок из филе курочки с овощами на шпажке, картофельные шарики, фри, кетчуп 500 грамм. И больше, чай там. Вот она просит сок или воду, не знаю. Сок. Обычную воду? Горячую сок, воду сок. Можно вон налить. На апельсиновый есть, там есть. Она, наверное, бесплатная? Горячую воду налей, она тебя сейчас быстро здесь остынет. Чай будет? Чай будет? Ты будешь чай? Я буду сок, как у меня. Сок холодный сейчас. Сейчас горло, знаешь, как быстро заболеет? Пробуй. Это у нас что такое? Это у нас свинина, да? А это курочка. С овощами. Вкусно? Это курочка. Филе куриное с овощами. Мы все вдвоем. Хорошо, что хоть она, Регинка, держится хоть. Все, пойдем домой. Можно еще раз? Покажи, как я сзади катаюсь. Давай. Thank you.
Осторожно. Регина! Сейчас Милана поедет. Так, Милана у нас первый раз на лыжах. Дай я тебя сфоткаю. Стой, Милана. Давай, смотри сюда. Ага, класс. У нас здесь сегодня второй день. Такая погода. Вчера лучше была, конечно, морозить. Сегодня снег мокрый. Ветер. Такое тепло, но все равно неприятно. Ногами помогай, ногами, как на коньках, раз, раз, а палками отталкиваешься до скорости. Давай в другую сторону, а тут дети маленькие. Скользко, да? Надо по снегу кататься. Давай, раз, два, ножкой одной, раз, давай, раз, два, палками оттолкнулся, раз, два. А ты должна их держать, как на коньках. Ты держишь ноги, они не разъезжаются. Дай покажу ботинки такие интересные здесь. Специальные тоже подают. Уже и на катке покатались. Сейчас вот на лыжах катаемся. На горке катались. И на снегоходе, и на банане. Где можно, уже покатались. Там будка стоит, там лыжи выдают. Коньки. Ой, неприятная погода, конечно, сегодня. Капец. Что, Милан, получается? Нравится тебе на лыжах? Палки вперед. Повыше палки поднимай руками. Давай. Палочки возьми вот за шнурки. Я вот так могу. А так они вывернутся, и потом где-то их искать будешь. Не, неправильно, ты чего? Просто офигеть. Руку одевается. И за верхушку вот за эту красную держишься. И вот так смотри, отталкиваешься. Я знаю. Вот так. Раз. Раз. Ножка одна вперед, другая вперед, потом руки переставляешь. Ножка вперед, потом руки переставляешь. Давай, одна нога. Раз, два. И руками тоже. Раз, два. Вот. Что-то у тебя палки короткие. Давай тебе другие палки дам. Ай, Регин. Давай я тебе сейчас другие палки принесу. Мои лыжницы. Трындец. Вставай на лыжи, давай. Вставай на лыжи. На лыжи встань. Потом так. Нет. Подожди, Милан. Видишь, Регина упала. Регина, не едь пока. Подожди, она уйдет. Пойдем на базу другие палки брать. Это маленькие для тебя.
Папа на все знал. Так хорошо ехал, и в конце на тебе. Так хорошо ехал, да потише тебе пути. Я все, я замерзла уже. Поехали домой. У меня вся спина мокрая сзади. Да она не может. Мы даже на карусели катались. Ужасная погода сегодня. Вау, здесь кто? Сердечко, Микки Маус и зайчик. Обнимашки, обнимашки. Настроение пришло. Осторожно, здесь вокруг все эти. Ух ты. Так. Раз, два, три. Есть. Все. Классно? Спасибо, классно. Вот это настроение пришло. Поздно только, мы уже домой собираемся.